Этот лес очень красивый, но далеко, по Москва-Минск, за Архиповку, где раньше олени стояли, скульптуры такие гипсовые, их потом украли. Вот такой вот гриб, мухомор, точно вонючий. Вот, мы приехали немножко дальше. Вот у него там свисающая манжетка какая-то. О, если его понюхать, он будет пахнуть невкусно, я думаю. Это точно не шампиньоны. Это такие поганки. Ядовитые. Их здесь много. Вот. Красиво растет. О, красиво растет. О, шикарно растет. Красота. Ну, здесь лисички бывают. Белые бывают. Все бывает. Но сейчас пока нет. Мы брусничку собирали немножко. Ну, все на этом. Очень красивый белый паутинник. Ну какой красивый. Это паутинник, наверное. Не рядовка же. Ну ладно. Не рядовка, но клубень. Пахнет невкусно. Белая. Какая-то лиловатая. Лиловатый паутинник. Паутинник. Лиловый. Снять. Красиво. Вот еще поганочка такая красивенькая. О, еще неизвестно, может, ядовитая. Треснутый край. Все лес. Красивый лес. Но жарко. Очень-очень жарко.